Здравствуйте. Сейчас я вам сообщу очень важную новость. YouTube изменил оповещение для ваших подписок. То есть, что это значит? Дело в том, что, как я вам до этого показывал, у меня несколько аккаунтов. И они подписаны друг на друга. Вот я беру свой аккаунт Lifehack. И спускаюсь вниз и вижу, что есть такой вот звоночек. Он точно такой же и на Android устройствах. То есть, если вы подписались на какой-либо канал на Android устройстве, вам также не будет приходить никаких оповещений, если вы не нажмете на колокольчик вот этот вот. Сообщать мне обо всех новостях этого канала. Нажимаем «Да» и сохраняем. И только после этого у колокольчика появляются такие вот черточки. Что означает то, что при размещении на данном канале видео, оно автоматически у меня будет отображаться в новостях. И приходить личные сообщения. Если на Android устройстве я зайду с такого аккаунта, а кто-то выложит из моих подписок видео, то я об этом узнаю. Смотрите. То есть теперь получается, мы, люди, которые хотим общаться с нашей аудиторией, должны им об этом сообщить, напомнить, чтобы они нажимали вот на вот этот колокольчик. С одной стороны, это очень плохо. В плане того, что вот, например, 3010 человек, как я им об этом сообщу? Если они сами не будут заинтересованы и ни разу не зайдут на мой канал, получается, что они, в принципе, не будут знать о том, что на моем канале что-либо происходит. Это есть очень плохо. Еще что я хотел сказать. Я использую партнерку VSP Group. Это очень хорошая партнерка, которая всегда сообщает о последних новостях на YouTube. Плюс к тому же, эта партнерка распространяется не только на YouTube, но и также ВКонтакте, Одноклассниках. И есть бонусная программа. Бонусная программа – это программа, где вы рекламируете какой-либо магазин и получаете процент от покупки. Или же, в основном там идет процент от покупки. Редко когда игры. При регистрации за игру вы получаете какой-либо процент. Потом, я хотел сказать, что у YouTube, VSP Group, есть также очень хорошая реферальная программа, в которой я советую также принимать участие и проходить по ссылке. Дело в том, что размещая такую ссылку на канал, реферальную, да, и вы, допустим, переходя, будете регистрироваться по данной ссылке, вы приобретаете сразу несколько плюсов. Во-первых, VSP Group будет знать, откуда вы узнали про данную программу и из какого источника. Если это проверенный источник, надежный, то, скорее всего, в 99% случаев вам вашу заявку на присоединение к партнерской программе VSP Group одобрят. Это во-первых. Во-вторых, как вы видите сами из текста, никакой комиссии вы конкретно терять не будете. Наоборот, компания VSP Group за привлечение рефералов получит деньги и передаст их вам. То есть, если по вашей ссылке будут проходить в дальнейшем люди и регистрироваться
в данной партнерской программе вы будете получать 10% от не суммы их заработанных денег, а от суммы заработанных денег партнерской программы VSP Group. Всем спасибо за внимание. Снимайте видео, снимайте как много больше видео. Размещайте их на своем канале с правильным описанием. Ставьте лайк под данным видео, делитесь данным видео. Проходите по реферальной ссылке, подключайте партнерскую программу. Очень хорошая партнерская программа VSP Group. А я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.